Спасибо, что включил с тобой риэлтор Герасев. И, ребята, как вы знаете, я строю небоскребы. За последние полгода мы построили одну хорошую башню из 6 батутов, и она очень понравилась населению. И после этой башни поступало очень много депутатских запросов. Многие просили построить в нашем городе еще одну башню. И я прислушался. Сегодня мы открываем нашу новую башню. Самую большую башню в мире из настоящих батутов. И сегодня про нее наш видеоролик. Дорогие друзья, я готов вам презентовать наших новосельцев. Правильно, пожалуйста. Кто все эти люди? Новосельцы. Как вы понимаете, нашу элитную башню, апартаменты в ней могут себе позволить только богатые люди. Как вы понимаете, у блогеров все хорошо. Сегодня каждый из вас получает 2 этажа на нашей прекрасной башне. 2 этажа – это 2 вашей жизни. И этаж может быть как первый и последний, так и, например, 5 и 6. И это сейчас решит наш лототрон. Кто хочет первый? Я не хочу. Артем Анатольевич, какой хотите этаж? 1 и 10. Не глядя. Открываем. Я очень переживаю, не на самом деле. Или не радуемся, я очень переживаю, какой это будет. Седьмой! Да! Это последний! Нет, это не последний. Блядь! Последний — это 10. Я очень надеюсь, что следующий этаж мне выпадет 6. Не подглядывай. 4! 4! Ура! Я хочу сразу быть 2-м, чтобы понять, в жопе я в полной нахожусь или же я... Я хочу вот 2 синих. Волосы растрепались, мне нельзя очень высоко лазить. Паша. Главный паникер, и он очень сильно боится высоты. Паша, давай. Будем, я ничего не боюсь. Да вот просто сделай шаг, Паша, давай. Куда, блядь? Смерти нахуй. По-моему, это 10-й. Это 10-й. Это, по-моему, 2-й. Девятый. Мы в дерьме. Не люблю опасность. Какой этаж? 3-й. 3-й. Мы на обоих этажах с тобой соседи получаем. Потеют. 5-й. А у тебя осталось 2 этажа? Выбирай. Так я знаю, какие это, мне даже выбирать не надо. 10-й, ребята, самый высокий этаж. И 8-й. 8-й! Ура! Ага, ура! Вот вы здесь видите башню, кто где из них должен, у кого здесь какие квартиры. Я поздравляю вас! Сейчас у вас перед заселением есть 5 минут по ангару. Как и в прошлый раз, я здесь раскинул разный прикольный лут. Вы можете его брать с собой. Там есть еда, вода, напитки, развлечения, ну вы поняли. Простыня! Поэтому на счет 3 время пошло. 1, 2, 3! Ура! Дамы и господа, с вами Сафик 1234. Чего, блядь? И сейчас я беру с собой бутылку колы. Возьму с собой фуражку. А это можно брать? Ты сказал, все можно. Это потом будет. Это... Уйдет, твою мать! А, еда. Б, туалет. С, одежда. Вот тут есть пижамочки. Возьму. Так, ребята, берем апельсин. Оливковое масло, чтобы умываться по утрам. Вот эту штуку беру. Так, как думаете, ребятки, брать кучу денег или нет? Я думаю, на батутах они мне не пригодятся. Ребята, что нашел? Я нашел офигенный торт в холодильнике. Я возьму вот эту веревку. Бутылочка, пластиковая бутылочка. Вот это вот идеально подойдет. Где тут ножик? Где ножик? Где ножик? Что еще можно взять? Быстрее! Ебать, вот это бан. Сейчас, ребята, все с ума сойдут, что я с собой набрал. Картошка вся упала, картошка. Я думаю, микробы не успели добраться до картошки. А можно лифт, ребята? Ребята, ладно, докидываю до 8-го этажа. У нас тут есть заначка небольшая. Я ее. Ну, спизданул. Этой штукой можно будет подпилить ножки на батуте конкурента. Ёб твою мать, ни хрена себе. Артём, надо избавляться от конкурентов. Ё-моё, ребята, как тут высоко-то, а лифта нет. Это капец, это просто капец. Он еще шатается. Время
закончилось, дорогие сельчане. С момента, как вы встанете вот с этой прекрасной зеленки и залезете на батут, с него слезать нельзя. Кто последний оттуда слезет, заберет наш главный приз. Понятно? Какой? Очень... Главный приз в 2000 долларов. Ого, ну так-то у меня квартира подороже-то стоит здесь. Так, первый этаж, как говорится, сейчас обустроим. Стол мой. Первым делом нужно переодеться. Так. Прикольно, удобненько, уютненько. Но я думаю, что когда сосед залезет наверх, его жопой придавит мое лицо. Ну, Паша очень боится высоты, поэтому прямо сейчас, пожалуйста, нажмите лайк на видос. Мы будем очень надеяться, что вы поддерживаете Пашу, и Паша сейчас все-таки дернет наверх. Никубович, залезай! Рома! Тихо! Тут нормально, в принципе. Паша, понимаешь, что ребята лайки поставили? Ну, мы же договаривались внизу. Вот, смотрите, смотрите, это ваш сосед. Ёбаный бро. Подождите, сосед. О! Капец, вот эта вот фигнюшка страшная. Бля. У меня там кресло стоит, чисто чилить, вот. Вот, получается, вот это ваш этаж, а вот это Сафика сверху, маленький. У нас 10-этажная башня, вот 10-й этаж, ребята. Пиздец, тут высоко. Я решил залезть на 5-й этаж, и туда я возьму... Стёпу! Блять, вы посмотрите. Ебать, ебанись просто. Я не могу отпустить эту штуку, не. Паш, расслабься и залезайте в свой пентхаус. Нет, я не могу, Сань, реально. Я не на камеру беру. Пушар, хочешь пранк? А, розыгрыш? Да. Да, давай, я знаю это слово. Да, давай. Ты что, дебил, тут торт? Этот торт мне подарил Гоша на свой день рождения! Ты в курсе, что у меня есть вилы? А? Да нет, это не я! Да! Вот именно! Ты больше меня так не пранкуй, зараза! Это торт-реликвия! Я ему тортик подкинул, он на меня вилы не достал. Артем, а просто не повезло с соседом, мне очень жаль. Ты какой не повезло, он псих. Ты кого психом там называешь, Ты в курсе, что у меня есть свободный доступ к твоему этажу, алло? Да? Я тебе сейчас порежу твой батутик. Да, да. Очень быстро, да, и замечательно. Я его взял. А как красть этажи-то? Сейчас расскажу. Уважаемые жильцы дома. Ёб твою мать, Рома. Ты такой смешной. Смешной? А угадай, чей торт-то, блядь? Погоди-ка, ёпта! Ты чё мой торт спиздил, падла? Я могу у него этаж украсть? Скажи, как красть этажи. Артём, я нашёл его. Вот она его украла. Да иди ты нахер. Торте, она реально его съела. У тебя тоже все лицо в торте. Я дай просто... хоть немножечко полизать-то, а? Да я просто с ней целовался. Давайте потрясем эту башню, она перевернется. Хватит! Не надо! Пожалуйста! Одному Боже родили! Салфику плохо везет! Так, смотрите, давайте так, в нашем ЖК есть классные плюшки. Мы будем крутить периодически колесо фортуны. Так как я понимаю, что вы на этой башне можете просидеть тут несколько суток, так как мы все-таки боремся за реальные бабки. Я тут несколько суток сидеть не хочу, поэтому у нас есть челленджи, благодаря которым вы будете вылетать. Все, можете жить, не тужить, и совсем скоро у нас будет первое кручение колеса фортуны, и посмотрим, возможно, уже даже тогда кто-то выпадет. Короче, я решил забраться на самый верх. Это как? Зачем ко мне? Да там Якубовича этаж. Чё? Эй, это моё кресло. Да не надо так ходить-то. Ё-моё. Я занял вершину Эвереста. Смотри, что Рома ёбнулся вообще. Да всё нормально. О, будьте аккуратны. У нас, конечно, хороший ЖК, но вы прям очень рискованно. Ух ты, ёб твою мать. О! Моё сидушка! Ребята, это капец, я не знаю, какие тут люди, просто... Ё-моё, ребята! Вы надо... Рома какой-то рейдер, он взял, захватил хату, смотри! Это моё место! Гопник! Это какой-то Ван Дамм! Якубович вообще испугался и даже не защищает вместе со мной нашу квартиру общую. Якубович Соколов, он никогда не придет. Ван Дамм, ты когда-нибудь спустишься сюда? Я тебе дам пизды! Ты, пойдем раз на раз, выйдем, поднимись сюда, на мой уровень. Ты не моего уровня, парень, понял? Ты на мой уровень, поднимись, тогда разговаривать будем. Сейчас я одену костюм единорога и тебе пизда. Давай, я тебе забиваю стрелку, понял, на 6-м этаже, ровно через 30 минут, понял? Если опоздаешь, то ты лошпек. Хорошо.
Пойду посру. Я сейчас, блядь, приду нахуй. Покажу тебе настоящего Ван Дамма. Так, короче, я выезжаю на стрелку. Через полчаса я пока сру. А, ну ладно, я тогда тут пока повисю. Я их убрал. Ля! Ребята, это не охраняемый ЖК вообще. Рома, я все видел. Это он уронил машинку. Чистая случайность. Чистая случайность. 7 минут осталось времени. Мы вот там встречаемся, и ты себя не узнаешь. 20 минут later. Скажите, как вы думаете, Рома, он вас... Слышишь ты? Ты больше со мной не спорь, я тебя уничтожил, понял? Ух ты! Ты нагадил в первую очередь мне! Ты посмотри, что ты наделал, тварь! Сволочь! Ты следующий. Камера. Ребята, я пополз. Там разборки, я вижу! Там ё-моё! Там разборки! Тогда, ребята, у нас проблемы! У тебя жопа рваная! Я начал вести очень агрессивную тактику. Я не знаю, хорошо это или плохо. Напротив меня все обозлились. Время крутить колесо фортуны, которое покажет, какое у нас будет первое задание. Крылышки! Это будут крылышки! Первое задание – это острые крылышки, но не все так просто, дорогие друзья. Только двое из вас будут участвовать в этом челлендже. Это сложный челлендж, по результатам которого кто-то один из вас покинет нашу игру. Так как Рома хреново со мной поступил, давай мы с ним забатлимся. Неплохая идея. Вы вызываете на поединок, если не секунд. А никто не против? Я просто предлагал покрутить колесо, барабан. Нет, я не против. Пускай они... Сюда иди. Это наша война. Я принимаю вызов. Тогда погнали. Рома и Паша, так. Сейчас важный челлендж, по результатам которого мы, во-первых, выясним, кто из вас все-таки пушка-бой, а кто, возможно, вылетит из этой игры. Крылышки, которые облиты, реально, я сейчас не пизжу, самым острым соусом, который я только смог найти в Санкт-Петербурге. Срирача! Не срирача. Это реально очень острые крылья, и кто из вас последний перестанет их есть, тот и вылетает из игры. Ну давай так и быть, раз тебе зафакапил тебе, я тебе уступаю, может быть, первый. А я говорю, что она реально острая. Покажи. Давай. Давай, скушай. Ребята, вот на самом деле, когда людям плохо, по-настоящему, вот типа горячо, они обычно просто вот так вот сидят. Не кричат, как сумасшедшие. Давай. Есть попробовать у вас воду запить? Нет, сейчас не запиваем. Кто выиграет, тот может запить. Давайте еще по два крылышка, поехали, молодые люди. Ой, блядь. Ты еще облил их, блядь, адамантием или что это за херня? Так, Паша вырывается вперед, я держу в курсе, у Паши два крылышка. Так, Рома хорошо идет, хорошо, доел тоже, не отстает. Смотри. Дай картошку. Обладал как вообще, как будто новое. Понял? Как они выглядят, это ядрёно, ужас вообще. А, сука, рабада. Ты чё, ёбаный псих? Так, вливать нельзя. Так, ну чё, Паша-то? Попиздай! Не, пока рано. Как-то ты вас не сдастся. Я могу тебе харкнуть просто. Два крыла, Паша, ты должен догонять Рому. Если не догонишь, тогда засчитаем ему победу. Якубович хороший. А чё, а Рома плохой? А Рому я не знаю. Ты чё-то побелел, братан, сказал. Нет. Волосы растут какие-то. Я не хочу больше есть. У меня... Блять. Ты отстаешь на одно крыло, Паш. У меня губы щипят, я не могу. Очень сексуально. У меня губы щипят, я вообще их лишу. Так. То есть вы уверены? Крылья еще есть, можно докушать. Рома оторвался только на одно крыло. Паша, считай до трех. Последний шанс. Раз. Два. Два с половиной. Все. Давай три четверти. Можно считать. Два с ниточкой. Два с иголочкой. Три.
Вы проиграли. Давай попить, победителю! Павел Николаевич выбывает из нашей игры. Капец, что делать, ребята? Вы пробыли на башне у нас целых 3 часа. Вы сами бросили вызов. Крылья оказались сильнее меня. Спасибо большое, Павел Николаевич. У меня руки грязные. Было приятно с вами пожить в нашем ЖК, а мы переходим дальше. В следующий раз колесо уже буду крутить, ой, как не скоро. Сейчас кто-то из вас и в туалет захочет, и посрать захочет, и девчонок захочет. А девчонок-то у вас и нет. Прошло очень много времени, тут совершенно нечем заняться. И все, что я с собой взял, я понимаю, что мне это нафиг не нужно. Я думаю, что еще немного, я просто лягу спать. А где, кстати, моя... А где мой зайчик? И меня очень напрягает то, что на меня обозлены вообще все игроки. Это я чувствую, как будто у меня все меньше и меньше шансов, потому что они на меня давят. Я-то парень смышленый, если что. Я привязал это к пакету, вот веревка. А веревку я привяжу к ноге. Ага. Капец, ты решил залезть, Артем. Привет. Смотри, Сафик, что я тут придумал, а? Ребята, короче, мы сейчас разольем масло прям сверху, и все посыпется вниз туда, ну, разольется. Только, мне кажется... А, нет, это... Ё-моё. Блядь, тут круг от демона! Опять Рома пришел, мы только блины решили испечь. Да, Рома, не надо! Да не надо! Да ты дурак! Да ты дурак! Тихо, он треснул, тихо! Рома, блядь, он треснул, реально. Тихо, аккуратно. Кто устроил этот небоскреб? Скажи, напиши в комментариях. Ты? Я дико извиняюсь, а что это на меня капает сверху, а? Это Рома с ума сошел. Он пописал. Рома, ты что, нассал, блядь? Я еще не писал. Все, хана тебе. Все, он реально сыт. А вы думаете, зачем я бутылку с широким горлышком взял? Он нассал, блядь. Ромчик, у меня для тебя подарочек. Сак от пушера. Ром, лови. Надо было тебя выгонять, а не падать. Происходит какая-то очень странная херня. Ребята страдают от безумия. На меня сверху что-то, блядь, капает. Я уже не могу сидеть. Давай уже следующую херню. На тебя капает там Аришев покакал. Пока депутат Александрович там спускается на своей вот этой же трансформаторной будке, мы с Сафиком тут проголодались и решили приготовить блинчики. Вот у нас, смотрите, здесь и плитка, и... удлинитель, который тянется очень далеко. Плитка, кстати, уже работает, Сафик, аккуратно. Оп-оп-оп, так, надо мешать еще как-то. Блинчики очень простые. Тихо. О, какой блин-то. Сань, хочешь попробовать? Прям покажи, покажи зрителям. С горячей сковороды. Выглядит, если говорить, как какая-то блевотина. Давайте мы сейчас покрутим колесо фортуны. Дорогие жители! Крутим колесо фортуны! Ребята, вам выпали пинбольные прятки. Не. Вы догадываетесь, что это такое? Он сейчас, походу, будет обстреливать нас из пинбольных пушек. Черт возьми, ребята, что-то происходит. Сейчас я со своим пинбольным оружием... Они уже спрятались, смотрите. Буду с закрытыми глазами стрелять по вам из ружья. Я имею право залезать на батут. А вы не имеете права чем-либо закрываться. Вы можете только перебегать и прятаться. Ваша задача быть максимально незаметными для меня, то бишь не шуметь. Того, кого я первым выбью, тот вылетает из... Я начинаю поиски! Тут кто-то есть, я слышу явно. Бля! О, не попал! А он, по-моему, наверх ускакал, ребят. Ну, как ты ползти, давай, погнали. Бля! Я сейчас тебя, блядь, поймаю, сука! Я точно знаю, что какие-то сволочи наверху ползают. Так, как я это слышал? Он уехал наверх. Так, тут кто-то есть?
Ага. Где вы, твари, блядь? Слышишь, эти, сука, внизу? Как... Тут кто-то точно есть. Блядь, убежал, да? Сука, я сейчас поймаю, блядь! Там, блядь, какую-то хуйню на меня высыпает, блядь. Кто, блядь, сука, лазит здесь, блядь, а? Сука, вниз ползу. Вниз ползу, вниз ползу, слышу. Чё? Ты лупишь в пеканистку, блядь. Блядь, что-то, ребята, это сложнее, чем я думал. Что-то тут есть? Блядь, здесь, видимо, никого нет. Тут кто-то уже точно должен быть. Ты, блядь, промахнулся. Я слышал, здесь кто-то есть. Ребята, я не могу стрелять очень много, потому что пули мне ограничены тоже, чтобы было честно. Чтобы я как с пулемета не шмалял. Поэтому я по одной пульке, по две пускаю. Есть кто, сука? Бля, походу нет. Они, походу, все на последнем, блядь. Слышу шевеление, блядь. Не двигаться, блядь. Они где-то вот здесь, сука, на стыке, блядь. Попал? Кто, блядь? Что, попал? Ты мне пальцы сломал, гнида. Попал? Все. Сука. Твоя рука! Столом тыкал 5 раз и прям под ногой пролетело. Ребята, я никогда так не дрожал. Так. Моя рука. Ну-ка, что? Вот здесь, здесь. Да. Капец. Это ты ползал там все время, да? Это я ползал, да. Один? Остальные все лежали? Нет, другие тоже ползали. Ну почему ты именно в меня тут целился? Слышал, что какая-то падла бегает. Блин, так обидно, я так хотел выиграть. Артем, не расстраивайся. Я думаю, ребята обязательно поддержат тебя лайком. Нажмут прямо сейчас. Все, все. Всего хорошего. А мы продолжаем. Погнали. Ребята, всем доброе утро. Прошло уже порядка 10 часов, и ребята уже успели поспать. Ребята уже в плохом, но я принял решение, что так продолжаться больше не может, потому что я уже никакущий. Никто не хочет сдаваться, на удивление. Поэтому сейчас мы переходим к следующему, 3-му челленджу. Это будут сумасшедшие, бешеные, в 7 утра бодрые гонки. Сейчас каждый из участников принял правильную позу. Вот такую. Они должны добраться до самого верха и сорвать флаг своего цвета. И спустить его вниз как можно быстрее. Кто из них это сделает последний, тот вылетает из нашей игры. Все очень просто, но на самом деле все очень тяжело, потому что это тяжело. Просто сейчас вы это увидите. У Аришнева синий флаг, у Сафика 1, 2, 3, 4 красный флаг и у Ромы желтый флаг. Я пить хочу, кстати. На счет 3 стартуем. 1, 2 и 3, поехали! Так. Ребята, очень-очень-очень быстро идут. Рома явно угоняет. Ребята, не бля. Рома сорвал флаг. Сафик не может. Рома уже возвращается. Один из первых. Сафик, второй. Рома, есть. Рома, браво. Хорош. Хорош, да. Так, ребята, я успеваю. Сафик спускается вторым. И у него
Ура! Ура! Поздравляю Сэма с красным флажом на руках. И последний. Аришнев. Аришнев последний заходит в нашу игру. Зато я, если чё, с батута не слез. У нас ролик как называется? Кто последний слезет с батута? Я на батуте! Кстати, Саня, они реально на 7 лет стоят. Ничего? Мазочка! Кто последний слезет с... Так вы не должны были, алло, на землю... Это было условие. Вы должны были снизу остаться, вот здесь, вы на этом ярусе. Давали? Так что я... Аришнев-то, блядь, понял и остался на батуте. Я до сих пор здесь. Ты что, угораешь? Кто последний дотронется земли? Мы дотронулись, я был первым, второй. Ты задрал! Да я не говорил! Условия были такие! Я не говорил, блядь! Кто последний слезет с башни? Он победил, брат. Блядь, 14 часов снимать эту хуету, чтобы ты в итоге вот так вот все перенял. Я уже успел поспать, что говорите нам? Аришнев побеждает в этой игре. Спасибо большое. Аришнев побеждает. Бля! А мне хоть тут пить, блядь. Ребята, пишите в комментариях, как думаете, прав я или не прав. Ну, по-моему, блядь, я прям по фактам, как бы, он тут, а не здесь. Поэтому, Аришник, 2000 баксов твои. Можно слезать, я тебя поздравляю, да? Можно слезать. А вы, ребята, обязательно смотрите вот эту вот долбанную пулю, которую мы снимали, и, блядь, 2 недели старались, потели. Ребята там не снимались, но там снимался я и еще много классных ребят. Поэтому кликайте, переходите, смотрите. Ну и подписывайтесь пойдем, на канал. Пойдем, Саша, поедим все. Пошли. Все, спасибо большое за просмотр. Пока-пока.